нас у гостях зараз є Богдан Троцько, фінансовий аналітик, і Геннадій Чижов, директор Асоціації роботодавців Півдня України. А найближчі години ми будемо говорити про бюджет 2019, але перед цим хотілося поцікавитися вашої думки стосовно того, що сьогодні сталося у Керчі. Нічого всього. Сьогодні була трагедія у коледжі. Ще не читав. Богдан, ви також не знаєте? Добре. Давайте тоді переходити до нашої основної теми – бюджет 2019. Чого очікувати, власне, нам, українцям? І є у нас для вас питання, шановні глядачі. Звучить воно таким чином. Яка галузь потребує більшого фінансування? Медична чи освітня? Тому що згідно з проєктом бюджету на 2019 рік більше коштів виділило саме на медицину, хоча багато хто вважає, що треба було більше спрямувати на освіту. Як думають наші гості у форматі «Бліц» по 20 секунд, Геннадій? За 20 секунд скажу так, що Україна входила в тройку стран міра, маючи найбільш високий рівень образування. Ми були членами ООН, знаєте. Зараз ми на 46-му місці. От це падіння, цей регрес настільки високий, що потрібно зупинитися, потрібно повернутися на поняття економічне, тобто рост добавленої стоїмості відбувається в першу чергу від рівня образування. Необхідне образування навіть без розмов фінансувати. Медицина, зрозуміло, але там вже покоління старше більше заінтересовано. Воно вже все-таки ці знання нові в меншій мірі зможе примінити, к сожалению. Тобто ви вважаєте, більше коштів треба виділяти на освіту? Ну, в принципі, так і є згідно нашого бюджету. Богдана, як ви вважаєте? Сложно очень вот выбирать между этими двумя, естественно, очень нужными отраслями, да, и медицина. І деколи проблемними, я думаю. Да, ну, знаете, как, если не заняться медициной, то было бы кого потом обучать. Да. Поэтому медицина, конечно же, важна, потому что это жизнь, здоровье людей. Это очень важно. И в том числе у нас смертность маленьких деток велика. Они не доживают до школ, до вузов. Это проблема. Я бы не взял на себя ответственность выбирать, где нужнее. Надо очень. И медицина – это очень важно. Но что касается образования, я абсолютно вот согласен с коллегой. Действительно, у нас уровень образования очень упал. И я с этим сталкиваюсь постоянно, ежедневно. Я очень сетую по поводу… Ну, я больше связан с финансами, да, и я постоянно везде говорю о том, что население у нас финансово безграмотно. Но оно вообще у нас безграмотно сейчас, к сожалению. Ну, давайте цю функцію визначитися, на що більше треба витратити коштів, ми покладемо на наших глядачів. Ви бачите інтерактив на своїх екранах. Також можете телефонувати до нас у студію і висловлювати свої думки. Чекаємо ваших дзвінків. Отож, дивіться, згідно проєкту бюджету на 2019 рік у нас на освіту планується виділити 242,1 мільярда гривень, що на 27,8 мільярдів більше. На медицину планується виділити майже удвічі менше – 92,3 мільярда, що на 9,5 мільярдів більше, ніж у минулому році. Ось ця цифра у 2,5 рази на освіту більше, ніж на медицину. Це у тому, що у нас зараз іде медична реформа. Так, у нас є і реформа освіти, але тим не менше, я думаю, як щойно ви зазначили, ви, Геннадій, ви, Богдан, що все ж таки, якщо у нас не буде все гаразд з медициною, то і нікого буде потім виховувати. Ось оцей розрив у 2,5. Наскільки він виправданий? Ну, вот смотрите, то, чего нет, по большому счету, в образовании. Из-за того, что наши, ну, если взять вот именно вот такую табличку составить и составить ее по оси X, по оси ординат время и деньги, то мы увидим зависимость прямую, дифференциальную такую зависимость. Там будет, что первое, в образовании мы можем говорить о том, что нужно интенсивно оборачивать капитал для того, чтобы на более высокий уровень вышло это образование и спускать постепенно-постепенно пар с государственного бюджета на частные структуры. Это можно. А в медицине так быстро не получится. Там нужен переходной период, там нужна страховая медицина, раз. Во-вторых, там есть народная медицина, там как-то можно еще выкручиваться. И профилактика. Вот профилактика, она дает большие результаты. У нас почему-то об этом забывают, как и в преступности, так и в медицине. А в образовании какая профилактика? Там единственная профилактика можно назвать
дошкольное образование до 4-3 лет, пока дети не ходят в детские центры развития. Вот я начал читать в 3 года. Я прочитал всю библиотеку родителей до 7 лет. А другие не так концентрируют свое внимание на детях и не развивают эти качества. И поэтому профилактики так называемой нет. Поэтому нужно вкладывать деньги в образование. Я даже еще больше, может быть, разрыв. А уже государственное страхование, когда оно появится, тогда уже можно будет как-то балансировать с образованием медицины. Ну, наше голосування покаже, як думаєте. Я ще, ще один пункт, який викликає чимало критики на культуру. Передбачено 5,4 мільярди гривень. А з них 1 мільярд на виробництво нових українських кінострічок. Багато хто вважає, що, звичайно, треба розвивати нашу кінематографічну галузь, так? Але все ж таки, на думку деяких, 1 мільярд гривень – це забагато. Як ви вважаєте? Тут, как по всем статьям, вопрос же не в том, сколько выделяют, а как потом их, эти деньги, реализовывают. Потому что, ну, снять кино, одно дело, если, да, действительно, снять хороший фильм, пригласить талантливых молодых режиссеров, там, актеров, и этот фильм будет востребован, будет смотреть, а просто вбухать деньги, и этот фильм никто не будет смотреть, критики пошутят, посмеются, в соцсетях мемы сделают, там, пообсуждають це, і на цьому все закінчиться. Ну, це, я вважаю, просто гроші в топку. Ну, хоча треба відзначити, рівень українського кіно за останні роки значно виріс, і можна згадати дуже багато українських кінострічок, які зібрали чималий бюджет, цей «Червоний», цей «Кіборг». Якщо будуть створювати такі фільми, то я думаю, що абсолютно ніхто не проти. «Донбас» фільм? «Донбас», так. Дійсно, дуже багато фільмів. Дивіться, сьогодні було засідання Кабінету міністрів, і Володимир Гройсман, говорячи про бюджет 2019, зазначив, що це найбільш реалістичний бюджет, бюджет розвитку. Давайте послухаємо, що зазначив сьогодні прем'єр-міністр. Ми, як завжди, вчасно підготували проєкт бюджету. І саме головне, що він є абсолютно реалістичним. Реалістичний бюджет, який повністю збалансований, і який дає абсолютну впевненість в стабільності і в економічному зростанні в 2019 році. Отож, Володимир Гройсман зазначає, що це найбільш збалансований бюджет. Тут, знову ж таки, є досить багато скептиків. А тут хотілося почути вашу думку. Ну, я скажу, от, колега, визначаю, що першим, я прочитав сьогодні аналітику председателя Совета Національного банку України Богдана Данилишина. Він дав свой прогноз, что это все-таки не консервативный, а тогда он сбалансированным будет являться, если консервативный. А дал такой интересный, вот мем дал оптимистически консервативный. То есть как бы он может быть и выполнен как консервативный, как сбалансированный, когда, да, дефицит бюджета небольшой, 2,3%. В Европе, как правило, до 3% доходит. Уже хорошо, уже мы идем по стандартам, таким грамотным классическим финансовым алгоритмам. Но мы же знаем, что инфляция 7,4% – это сказка. Вот сейчас заложили прошлый раз 10%, а мы видим на годовой уровень уже 13% мы выходим. А 30% для экономистов – это катастрофический прогноз. Гройсман обещает, что инфляция складе не больше 7,4%. Ну вот, вот финансовый эксперт больше, чем я скажу. Но я не вижу экономических предпосылок и тех статусов, которые дадут деньги, кроме, может быть, проектного финансирования молодежи, вот, которая стала все больше и больше с каждым годом увеличиваться. И мы видим, что молодежь, беря эти деньги и стартапами, и другими проектами не стартаповскими, начинает поднимать ВВП. Плюс заробітчани тоже ВВП поднимают самыми большими темпами вот, вместе с проектными финансированием. Вот туда надо вкладывать деньги. И вот тогда будет то, что вы сказали, погашение инфляции, потому что деньги после нескольких оборотов теряют свою накачку инфляционную. Они падают просто вниз. Ну, багато експертів, багато аналітиків відзначають, що сума, ця інфляція, цифра 7,4 є нереальною. Насправді вона буде сягати десь показника 10% інфляції. То й більше. Не менше. А то й більше. Я теж вважаю, що більше. Якщо дозволите, да, скажу. На самом деле вже не помню даже, коли в последний раз інфляція офіційна соответствовала фактической. Всегда вона занижена. Раз. Второе. Я теж сьогодні читав, звісно ж, да, сам проект бюджета весь я не осилил, но читал экспертные мнения, аналитиков. И, вы знаете, я, как я, если я правильно понял, до сих пор в проекте бюджета нет цены на газ и так, курса по, ну, по гривне, отношение гривны к доллару, да, в частности. А вот без этих двух важных составляющих, как вообще можно говорить о том, реальный бюджет или нереальный? Кабинет министров прогнозует курс гривни до конца наступного года 29,4. 29,2.
29,4 – це, в принципі, суттєво неважливо, але в той же час багато експертів кажуть, що не менше 30 він точно буде. Смотрите, тут тоже такой очень интересный вопрос. Я на самом деле еще в начале этого года прогнозировал до конца года курс где-то к 30 и выше. Но я не предполагал, что вот так искусственно в течение года будут сдерживать обвал гривны. Искусственно, да. Искусственно. У нас за год, если вот взять в августе, я вот у вас часто говорю про эту процентную ставку, может, надоело уже с этим, да, но люди вот мало интересуются, не знают этих вещей. Но с августа прошлого года по сегодняшний день процентную ставку в стране, в нашей, Центральный банк поднял с 12,5% до 18%. С половиной уже теперь. Уже 18,5%. Вообще просто, ну, это в развитых странах поднимают процентную ставку для того, чтобы снизить темпы развития экономики. У нас поднимают ее для того, чтобы укрепить гривну и как-то удержать ее обвал. Но тем самым мы понимаем, что это замедление темпов развития экономики. И как в следующем году они пытаются удержать гривну на курсе там, 29,4, опять путем поднятия процентных ставок, ну тогда куда мы придем, это неизвестно. Если таким путем, это ну, очень дорого для нас будет стоить. Если же все-таки в период весны, лета, когда, как правило, гривна укрепляется, ее начнут снижать, ну, в любом случае, мы за 30 уйдем. Это, ну, при нормальных раскладах за 30 уйдем. У нас у березні президентські вибори, потім у нас через півроку очікують парламентські вибори. Як ось цей процес вплине на курс гривни? Я скажу за это можно. Потому что вы еще прибавьте следующий шаг. Сделайте. С лагом полгода будут местные выборы весной. В марте 2020 года будут местные выборы. То есть мы попадаем в воронку. Эта воронка финансовая. Она осложнена выплатой внешнего долга непосильной на уровне роста процентных ставок, на уровне охлаждения экономики европейской. Вы понимаете, то есть товары некуда сбывать. Мы остановились перед обрывом дефолта, по большому счету. Ну, финансовый аналитик тоже подтвердит, какие признаки этого. Но мы видим, что наши инструменты долговые, они не интересны никому. И внутренние долги растут пропорционально внешним. Понимаете, что это так происходит? Мы же просьма начали-то обещать, что в 2019 году мы будем изменьшивать эти... Да, но тут политика. А тут же вот, политика. А вот наши телезрители две вещи должны понимать. Я очень прошу телезрителей внимательно послушать. Во-первых, инфляция – это новый налог дополнительный, абсолютно нигде не учитываемый. Официально, что это его нет, как бы он из воздуха берется. Но это ваш налог, если или 10%, или 7%, или 14%. Две большие разницы, как в Одессе говорят. И второй момент. Политизация в чем произошла? Когда в январе мы увидели очередной выпуск облигаций государственного займа, который может купить, вы можете купить, предприятие купить может. Под 18%, извините, годовых, ничего делать не надо. Вот оно и искусственное сдерживание роста курса доллара. Чтобы какая-то заинтересованная группа предприятий или лиц могла вложить свой миллиард гривен под 18% и 180 миллионов гривен без налогов, подчеркиваю, без налогов, чисто прийти в кассу по Белому музею. Отмывание денег идет. А тут второй период, полгода второй, уже 18,5 еще раз дают заработать людям, при этом страну ставя на колени, потому что при таких ставках учетных Национального банка никакая экономика не может развиваться. Хотя бы в тех минимальных значениях, которые нужны для погашения вот этого внутреннего долга, вернее, внешнего и внутреннего долга, который составляет, как вы знаете, 417 миллиардов гривен, что просто необъяснимо экономически, как можно с таким долгом вообще жить, работать, развиваться. Я тут чуть добавлю, чтобы протозрители нас тоже понимали, по процентной ставке, почему вот, да, тоже коллега говорит, что непосильная, для сравнения, в Европейском Союзе 0%, в Японии минус 0,1%, в Швейцарии минус 0,75%. Ну, это просто, чтобы понимать, у нас это катастрофа. Давайте послухаємо наступний коментар Володимира Гройсмана, прем'єр-міністра, з приводу бюджету 2019. Я не є фахівцем давати порожні і пусті обіцянки. Наша команда підготувала реалістичний бюджет, який є абсолютно відповідальним, який забезпечить і стабільність, забезпечить 7,4% інфляцію, не більше цього. Не так, як це було в минулі періоди. Забезпечить абсолютно зрозуміле зростання економіки. Це буде означати, що при цьому бюджеті ситуація в країні буде стабільна, промисловість і виробництво буде зростати. І я глибоко переконую в тому, що будуть зростати в тому числі і середні заробітні плати для українців.
Тож ми вже казали, що Володимир Гройсман вважає цей бюджет реалістичним, хоча багато хто зазначає, що він більш оптимістичний, ніж реалістичний. І ось тут знову повертаючись до цієї цифри, 7,4% інфляція, ну, запевняє нас Володимир Гройсман, що вона буде не більше цього показника. Тут знову ж таки питання, яким же чином ми будемо повертати борги, яким чином вони будуть зменшуватися у 2019 році. Ось, Богдане, ви не бачите за рахунок чого це може відбутися? Хоча б якісь схеми? Що стосується інфляції, так, дійсно, я не бачу причин для того, щоб вона була на цьому рівні. Що стосується возврату боргів, ну, об этом же заявили, в принципі, здесь понятно. В частности, деньги, которые брали в долг, они реализуются на различные программы, полезные для нашей страны. Эти программы будут сокращать, финансирование их будут сокращать, урезать, и деньги, которые должны были пойти бы на развитие нашей страны, будут идти на возврат долгов. Вот так это будет реализовываться. И в частности, этот бюджет, ну, не секрет ни для кого, что проект этого бюджета рассчитан следующим образом, что денег больше идет на потребление, а на развитие меньше. Вот те деньги, которые должны были быть на развитие, они будут идти на погашение долгов. И добавлю вашу правильную мысль, наверное, тем, что два момента. Когда мы говорим о том, что они залазят в карман будущим поколениям, это выражается в этих цифрах. Берут снова в долг, чтобы все покрыть. И вот этот дефицит, который есть, выплаты внешние 12,8 миллиарда долларов, 12,5, они занимают снова. Только 300 нужно где-то, как вы сказали, сократить, обрезать, и все. И второй момент. Смотрите, что получается. 417 у нас миллиардов долга в гривневом эквиваленте. Мы уже привыкли от доллара отталкиваться. А 325 занимают. То есть практически правительство можно сидеть, кушать семечки, но залазить в карманы населению с помощью инфляции и с помощью долгового инструмента, который отпугивает инвесторов. То есть замкнутый круг, воронка. Мы попали в воронку, ее нужно срочно разрывать, выходить. И все знают, как это делать. И все боятся сказать правду. Що происходить? Давайте почуємо ще одну думку. Зараз з нами на скайпу зв'язку Олександр Охрименко, економіст. Олександр, вітаємо вас. Вітаю вас. Раді бачити, раді чути. Дивіться, Володимир Гройсман каже, що це буде реалістичний бюджет 2019, що у нас рівень інфляції не перевищуватиме позначку 7,4. На вашу думку, як воно все відбуватиметься насправді? Ну, хочу звернути вашу увагу, що на цей рік теж планували інфляцію 7%. Вона вже майже 11,4. Ну, самі знаєте, нас завжди дуже багато говорять, коли приймають бюджет, і зовсім не говорять, коли його виконують. Тому навіть якщо інфляція буде 17%, ну, ніхто ж не згадає. Так що можна будь-які обіцянки давати. Це ж наша, так сказати, політика. Ну, дійсно, скоріш за все, в наступному році інфляція буде більше. Чому? Ну, по-перше, навіть якщо після виборів піднімуть ціни на газ для населення, ну, такий ймовірний варіант, тобто це потягне. Ну і дивіться, паливо дорожче, і всі прогнози говорять, буде дорожчати. А так як ми імпортозалежна і від енергетики, тим паче, так що в нас буде тягнути. Ну, знов-таки, для того, щоб зменшувати інфляцію, ну, бажано хоча б дійсно розвивати економіку. Ну, ви самі бачите, в нас, наші політики, як говорять, нам зараз ніколи займатися економікою, ми займаємося російська агресія, Томасом, ви самі розумієте, потім реформами незвідомо якими. А от коли нас переберуть на новий термін, буде займатися економіка. От дуже часто так говорять. І тому дійсно 2019 можливо буде більш складний рік, ніж оцей, який ми зараз спостерігаємо. Тому що вибори можуть нести такий хаос, про який ми зараз навіть не зможемо спрогнозувати. І це може негативно вплинути і на інфляцію, і на вашу зарплату, і на пенсії так. А ви кажете, що вибори можуть внести свого роду хаос. Як це може позначитися на курсі гривні? А знаєте, курс може суттєво не мінятися. Дивіться, у нас просто як трапилось. От, якщо подивитися вже 17-18 рік, у нас фактично курс суттєво не міняється, інфляція зростає. У нас що відбулося? У нас відбулося те, що вже на інфляцію не так суттєво впливає курс, впливає, але не так суттєво, а більше впливає дійсно цей хаос. Ну, починаючи від податкування, рахунки ПДВ, бачите. Потім без кінця краю ці політичні заяви, політичні ігри, то ми там когось зняли, то там ми не блокуємось, то блокуємось. І це десь впливає. Тому що, ну, розумієте, економіка любить, ну, що-то зрозуміле, стабільне. Говорить,
Економіка хоче розумілих правил. А які ж можуть зрозуміли правила, якщо в нас такий от хаос, починаючи від президента, закінчуючи всім остальним посадовцям, ви самі бачите, що твориться. А те, що в бюджеті на 2019 не закладені ціни на газ, які це може мати наслідки для нашої країни? Ну, знаєте, ціни на газ, в принципі, бюджет не зобов'язаний закладати. Ціни на газ, ну, хочу вас проінформувати, у нас є незалежний, як би незалежний орган, який встановлює ціни на газ. Якщо він був би дійсно незалежний, я думаю, ціни на газ були значно нижчі. Але так як він у нас дуже незалежний, то у нас ціни на газ, велика ймовірність, що до виборів президента піднімати не будуть, після виборів піднімуть дуже суттєво. Ну, ви знаєте, оце дійсно, це що називається, ну, хоч назвіть маніпуляції, бардак, політичні інтриги, але це так. Да, коли не з точки зору економіки, а з точки зору, щоб зробити потрібний вибір президента. Оце дуже суттєво. Це спостерігається, видно ці всі заяви, ці всі повідомлення, ми тут намагаємось за народ, і я так не дивуюся, що так скоріш за все буде. Після виборів може бути дуже суттєво зрости, тому що до виборів піднімати не буде. Також хотілося почути вашу думку з приводу ще однієї тези. Ось економіст Володимир Компанієць опублікував дані МВФ, у яких значиться, що Україна – це найбідніша країна Європи. Ну, якщо рахувати з точки зору ВВП на то, що населення, так. Ну, знов-таки, якщо рахувати так званих, називається, поточних цінах, якщо рахувати ППС, ми не саме бідніше, там Молдова обігнала. Потім є, ну, тим паче, це показники доволі старі, вони вже 2 місяці, як на сайті Світового банку, якщо хотіли, могли подивитися. Якщо взяти, є багато ж різних показників, щоб ви зрозуміли. Є метод Атлас і трошки інші. Там, ну, знов, дивіться, в нас на сьогоднішній момент, щоб ви зрозуміли, якщо брати от такі показники, як ВВП, да, ми на сьогоднішній момент поступаємось, скажімо так, нашим сусідам. Якщо брати заробітну плату в доларовому еквіваленті, то ми, ну, Білорусь нас обігнала, Росія, звичайно, обігнала. Але ми Азію обігнали. Тобто у нас на сьогоднішній момент, ну, на жаль, похизуватись нема чим. І звертаю вашу увагу, що ні один наш, ні міністр, ні президент ніколи не згадує, а яка була зарплата в 13-му, яка була, ну, який був ВВП в 13-му, ці всі мовчать. Хоча показники всі є. Як ви догадуєтесь, показники погіршуються. У нас взагалі, якщо подивитися, от більш-менш так і ВВП, і зарплата, і мається на увазі згідно даних МВФ, Світового банку. 12-13 рік, ну вже казалось, і ще трішки, і ще будемо зростати. І потім такий провал, і зараз ми до 13-го року, ну фактично дійсно найближчі роки не повернемось. Хоча звертаю вашу увагу, що 13-й рік був такий успішний. Ні, звичайно, але втратили дуже багато. І зараз ми доганяємо, але... А, да, Таджикистан ми обігнали, не заперечую. А от, на жаль, навіть Білорусію ми програли. Це теж суттєво. А, дивіться, у нас в студії є експерти, можливо, вам є що додати до слів Олександра. Ну, він блестящий аналіз зробив, я не можу нічого другого. Все, відповів на всі питання. Ну, тут так додати, може бути, щось можна. Он как бы хотел подчеркнуть, что правительство хаос заводит, потому что у них нет стратегии экономического развития, наверное. Вот это он забыл сказать. Если мы выберем одну из 5 моделей, которые существуют в мире экономических, остановимся, а не будем придумывать свое ноу-хау, как поднимать бюджет за счет платежей НДС по импорту. Ведь и газ, и все остальные составляющие, и топливо, оно же все по импорту берется. Конечно, премьеру-министру ничего не надо делать. Все растет, бюджет как на дрожжах. Но эти деньги ватные. И второе, может быть, добавлю господина Охрименко. Момент скорректирую. Сегодня выступал бывший министр, замминистра финансов замглавы НБУ Айсара Савченко. Он скорректировал, говорит, на сайте Всемирного банка ошибка. Он пересчитал и публично об этом заявил с цифрами, с выкладками. О том, что мы все-таки не самая бедная страна Европы. Мы перед Молдавией. Там 2530 у нас, 2530 долларов на душу населения, а в Молдавии там 2300. 25 у нас идея, да. Згідно, и 375 у Молдовы. А вот это ошибка, вот это расчет. Я тоже встречал, да, что вот Молдавия на последнем месте. Молдавия, ну, а по паритету... Ну, тут нам нечем гордиться. И тем более мы по паритету покупали на сумму, тоже мы, конечно же, выше, мы богаче гораздо, чем Молдавия, понятно. И запасы у нас есть. Просто у нас очень большая теневая экономика. И это, наверное... Да. И плюс, что самое главное, вот я зрителям один такой скажу интересный секрет. Все долги, которые мы берем, куда идут?
в рост ВВП, а не засчитывается валовый продукт. Понимаете, какой ужас? И это надо такие математические подсчеты, кибернетика экономическая, которая даст нам реальную ситуацию. Поэтому здесь, я думаю, что мы и побогаче в Албании, понятно, и Македонии, и Боснии, и Герцеговины, и Косово, и Молдове, и всех стран. Но реально по формальным признакам мы самая бедная страна Европы практически. Богдан, а есть еще додаток? Да, я вот сначала подчеркну то, что сказал коллега наш, что решения принимаются не на основании экономических рассуждений, а на основании политических. И что нас ждет сейчас? Да, надо тоже это понимать, что перед выборами парламентскими, президентскими все будут стараться внести в бюджет что-нибудь позитивное от себя, да, в том числе мажоритарники, и будут торги за голоса, потому что мы должны понимать, что все должно закончиться тем, что бюджет должны проголосовать. Его принять. И это должно быть до Нового года, да, не как у нас иногда любят делать. Под елочку. Невесту, да, в студию, все, больше ничего. Да. И будут спекуляции, будут торги. Мы понимаем, что одно из условий МВФ принятия бюджета. Поэтому власть, конечно, будет пытаться его принять, вот, ну, я думаю, в ноябре, в начале декабря, не позже, то есть там полтора-два месяца, не дальше. Но посмотрим, что из этого вылезет, потому что, ну, будет, я считаю, ну, чуть ли не война. Я имею в виду, вот в Верховной Раде по поводу принятия бюджета ставки высоки, президентские выборы, парламентские. И еще хочу добавить обязательно, я забыл просто добавить. Вот, Охрименко все сказал четко. Ну, вот он же экономист мощный, он же прекрасно понимает, что при падении ВВП после событий известных политических и военных на Востоке мы получили за три года 38% минус, так? Если мы берем экономику как надутый мячик, и одним из инструментов надувания воздуха это деньги, ну, как капитальное вложение, инвестиционное вложение и так далее. Так вот этот мячик должен был отскочить. Еще больше с таким мощным правительством, которое такие нам рисует цифры. Не 38, а уже 40-45. А мы имеем 2-3% в год. За три года 6-7%. И ему говорят, так вы, наверное, не накачиваете мячик ничем, вообще ни деньгами, ни ростом экономики с помощью инвестиций, с помощью капитальных вложений. Это знают первокурсники. Почему это не делает правительство? Я согласен с коллегой, это политика. Это очень большой секрет. Полішений Олег. Знаємо ще на скайп-зв'язку Олександра. Олександр, є що додати до ваших колег? Ну, можемо ще трішки додати. Дивіться, якщо взяти, от ми беремо, що буде зростати 3%, беремо дійсно падіння, ділимо, чисто математика, то запитання, в якому ж році ми вернемося до 2013-го? От математика показує 2025. І виникає запитання, а навіщо ми робили Майдан, щоб 2025-му вернути до 2013-го? Знаєте, тут здорового глузду зовсім. Тому що, чесно говоря, ви ж пам'ятаєте, скільки було розмов? 2011-15, реформи, зростання, 10-15, де? І звертаю вашу увагу, ніхто з високопосадовців, не президент, не прем'єр, не попередній прем'єр, не міністр, ні разу не звітувались, не відповіли. А чому вони це допустили? Тому що чому таке падіння і хто тут винен? От фактично у нас на сьогоднішній момент получається, що влада зовсім, ну, не за що не за відповідає. Хоча з точки зору здорового глузду, влада ж повинна відповідати. Вона ж не то, що знову, щоб відповідати, чому впали, чому не так зростає, як потрібно. Ніхто не відповідає. Звертаю вашу увагу, навіть звіт уряду два роки ніяк не можуть, ну, скажімо, прозвітуватись. І всі говорять, так, все добре, працюємо далі. На жаль, це дійсно дуже прикра така наша риса. А ще одне питання до вас. Володимир Гройсман обіцяє, що у 2019-му борг України буде зменшуватися. Чи бачите ви, за рахунок чого може відбуватися цей процес? Чи навпаки, це буде регресія? Ну, дивіться, можна збільшити ВВП. Ну, в принципі, він планує, що ВВП зросте, дуже суттєво зросте. І теоретично тоді, якщо борг суттєво зростати не буде, то не сума зменшиться. Звертаю вас, не сума, сума зросте. Пропорції, тобто частка до ВВП, він має на увазі цю показу. Да, якщо дійсно надути ВВП, надути, повторюю, надути, можна так зробити. Тобто борги як були залишаться, але ВВП надують, о, бачите, краще. Але це ніхто не буде, ну скажімо так, українці на собі це не відчують. Борги як були, так і залишаться, і проблеми були, так і залишаться. Єдине тільки, що ну, надування ВВП – це знецінювання гривні. Так що тут не можна сказати, що це позитивний, це скрізь буде негативний результат мати, якщо таке дійсно відбудеться. І ще таке одне питання. Чи є, на вашу думку, галузі у цьому бюджеті, на які виділено необґрунтовано великі кошти?
З моєї точки зору, дуже великі кошти, і не тільки в цьому, попередньому теж саме, на правоохоронців, на військові. Нічого особистого, але якщо взагалі подивитися, скільки виділяється їх ефективність, ну, скажімо, служби, роботи, це неадекватно. Ну, по-перше, ви пам'ятаєте, що навіть ще з часів Кучми задавали питання, а чому у нас така велика армія, така велика поліція, ну, та й міліція? Може, давайте щось зупинимо? Або вже у нас велика армія, то ніяк, вона впадки. На сьогоднішній момент у нас ще більша армія, тепер Національна гвардія, неймовірна кількість різних там контролюючих, додаткових контролюючих органів. І всі виникає це питання, а не закінчиться тим, що контролюючих більше буде, ніж, скажімо так, ті, хто працює. Тому що дійсно, на сьогоднішній момент, на жаль, я розумію, під гаслом там, «Путін нападе», дуже багато грошей неефективно, повторюю, неефективно виділяється на армію. Дуже багато грошей, я думаю, ви теж бачите, виділяється на реформу поліції. Ну, пам'ятаєте, реформа поліції, там, селфі і так далі. Зараз ми бачимо, що це не спрацювало, а гроші йдуть, ідуть. Ну, знов-таки задається запитання, а навіщо такі великі в нас в країні, якщо навіть не брати армію, навіщо така велика кількість контролюючих, коли ми бачимо, що час від часу радикали витворяються все, що їм задумається, а не Національна гвардія, не поліція, нічого не діє. Куди йдуть мільярди? Тому що, якщо вже платити, то вони дуже якісно працювати. Дякую, Олександре. Почули вашу думку. Олександр Охрименко, економіст, був з нами на скайп-зв'язку. У нас є дзвінок глядача. Вечір добрий, як вас звати? Ось так, зірвався дзвіночок. Будь ласка, перетелефонуйте вам. Отож, дивіться, пан Охрименко висловив дуже цікаву позицію. На його думку, занадто перевищені саме ці видатки на військових і на правоохоронців. Ви погоджуєтесь саме? Согласен повністю. І навіть, що мене удивило, що на правоохоронителі навіть більше виділено, ніж на воєнних. Хоча у нас, ну, вроді як, бойові дії, там, да, війна йде. А на правоохранителей вот так много выделяют. Кроме того, добавил бы, что на фискальную службу, я считаю, что много, тем более не расписано, ну, во всяком случае, мне не совсем понятно, куда эти деньги пойдут, как они будут реализовываться. И что меня также удивило в этом бюджете, то, что на выборы президента одного человека бюджет заложен расходов больше, чем на выборы парламента. Ну, это, ну, я считаю, тоже перебор. Це президент. Да. Добавили такую статью, что третья после неадекватно больших расходов занимает выплаты средств после армии и проходить. Я согласен, что там сложный процесс, там можно посчитать, почему в половину завышено все. 6% на армию даже в условиях такого операции объединенных сил, это ну, колоссально. Но мы же понимаем, что такое операция объединенных сил. Это арьергардные, даже не бои, а просто редуты такие, и там идет перестрелка. Давайте, да, вот модернизация военной промышленности, тут согласен, это нужно делать. Но все равно не 6%. А вот правоохранители, они раздуты всегда были. До 2013 года, как модно сейчас говорить, их было 330 тысяч. И у нас были круглые столы, на которых я доказывал эту цифру, и оппоненты согласились со мной. А теперь еще добавилась сюда Нацгвардия, представляете, переименованная внутренние войска. И еще ряд функций. То есть они уже выросли в монстра неуправляемого. Я боюсь, что это нас будет захлестывать. И вот третья статья, которая неадекватна, она абсолютно очевидна. Наша ассоциация работодателей, которой я директор по югу Украины, мы посчитали, и эти цифры есть в интернете, примерно 50% расходов государства на выплату заработных плат чиновников идет на высших чиновников. Вот где резерв. 50%! Это десятки миллиардов гривен, которые просто утекают в карманы взяточников, которые еще и за взятки берут, как правило. То есть страшные вещи происходят в стране. Давайте сокращать эти статьи. Иначе мы не выдержим такой нагрузки, она, очевидно, завышена. Також деякі аналітики кажуть, що велику необґрунтовану цифру виділяють на науку України. Я зараз просто не можу її знайти, але тим не менше мова йде про те, що наука вона стоїть, не розвивається, а гроші постійно виділяються і чималі. Академия наук. Вузы, отраслевые институты, они стонут. Академическая наука в плане вот, Академии наук, может быть, да, там есть перебор. Там нет выхода от них, того, который мы ожидали. Средний возраст членов Академии наук 80 лет.
не 78, а 80 лет. Ну что человек 80 лет уже такого нового создаст, модерного? Это трудно ожидать. И вот тут, может быть, я согласен, пропорционально завышенные расходы. А, и плюс они в экономический оборот не поступают активы этой академии, начиная с земли, кончая строениями и кончая отдачей от фонда. Фонда отдачи нет. У них же есть лаборатории, у них есть огромные испытательные полигоны, центры. Они вот работают в как КПД паровоза, я вижу. Вот тут да, но в абсолютных цифрах тут невозможно. Это как средняя температура по больнице. Нужно брать совершенно адекватно статью, в какой отрасли науки они завышены, и что они получили от государства, и как они потом распределились. Но академическую, опять же, очень трудно посчитать, потому что она нужна как фундаментальная базовая основа для знаний. Я поэтому, может, коллега добавит что-то. Ну, тут, опять же, да, как и везде, проблема с реализацией этих средств и распределением их. Потому что денег, ну, как говорится, не бывает много там, на медицину, на образование, на науку. Но это нормальные, хорошие статьи для любого государства. Но так как эти деньги расходуются, конечно, они расходуются неправильно. И тут, я думаю, все это... Неэффективно, да. Все это знают, все с этим согласятся. Давайте почуємо ще одну думку. З нами на телефонному зв'язку Андрій Блинов, економічний оглядач. Андрію, вітаємо вас. Да, здравствуйте. Отож, розбираємося у деталях цього бюджету. Пан Гройсман заявляє, що він реалістичний, багато хто вважає його оптимістичним, дехто і взагалі скептичним. На вашу думку, чим цей бюджет відрізняється від попередніх бюджетів? Ви знаєте, коли його подавали в сентябрі цього року, 18-го, казалось, що він якраз буде не дуже реалістичний, він буде достатньо амбіціозний в плані соціальних обіцянок, тому що ми розуміємо, що рік 19-й, рік, на який приймається бюджет, це рік двох избирательних кампаній, президентської і парламентської, ну і, відповідно, у нас по не дуже доброй українській, да і взагалі общемировій традиції, в такі роки завжди существенно ростуть різні соціальні пряники. Но, тем не менее, мы знаем о том, что пока, например, показатель минимальной заработной платы увеличивается с уровня 3723, согласно проекту бюджета, до 473, то есть, в принципе, не намного выше, чем уровень инфляции. И вообще можно сказать, что с учетом экономического роста, кстати, тоже такого умеренного в районе 3%, и предстоящей инфляции, в принципе, это, по сути, индексация минимальной заработной платы на величину, ну, роста ценового фактора в экономике. Тут можно говорить и по многим показателям. Вы знаете о том, что если в этом году, например, показатель субсидий был 71 миллиард, то на следующий год он сокращается почти на 16 миллиардов гривен. Опять же, это связано с погашением долгов перед ЖКХ в этом сезоне. Вот. Но в целом бюджет с удивительной точностью по очень многим статьям, вот я сегодня приводил, в частности, в Фейсбуке там некоторые статьи, например, расходы на фонд энергоэффективности, на теплые кредиты, фактически даже суммы не меняются, они повторяются, причем многие эксперты говорят, что далеко не все деньги выбираются, не все деньги выбираются эффективно. То есть в значительной мере государственная машина на 2019 год, она работает в достаточно таком инертном режиме. Даже по приватизации вернулись к плану предыдущих лет 17 миллиардов гривен. Ну и, собственно, очень многие показатели, они либо пересчитаны на индекс инфляции, то есть на рост цен, либо они фактически сохраняют свой прежний объем и свое прежнее назначение. На яких галузі, на вашу думку, виділено необґрунтовано великі суми? Тому що ось ваш попередній спікер Олександр Охрименко зазначив, що забагато виділяють військовим і правоохоронцям. А ви як думаєте? Вы знаете, я тут отчасти соглашусь с этим, но опять же здесь полностью идет наследие прошлых лет. Причем у нас очень часто, когда, в частности, тот же Гройсман презентует проект бюджета, и особенно об этом любят говорить секретарь СБО Турчинов, они начинают складывать, ну скажем, бюджет на силовиков весь,
включая службу безопасности Украины, включая полицию, другие правоохранительные органы с военными. И начинают рассказывать, ну мы же не можем сегодня сокращать расходы на военных, расходы на армию. Но когда ты начинаешь вычитать из расходов на правоохранительную систему, вообще на безопасность, зарплаты полиции, СБУшников, различных главков, ты обнаруживаешь, что на армию остается уже меньше половины имеющегося вот на силовиков бюджета. А дальше ты смотришь, сколько, во сколько обходится денежное довольствие генералов, штабов, и что у тебя остается дальше на модернизацию военной техники или на поддержание ее в нормальном эксплуатационном режиме. Денег остается совершенно немного. Речь идет о том, что а зачем нужно ли Украине такое большое количество полицейских, например, которые на самом деле ну, очень часто становятся просто такими свидетелями невинными даже при острых фазах конфликта, например, драка, где нужно ну, срочно разнимать, например, дерущихся. Это большой вопрос, точно так же, как, например, а зачем такое огромное количество функций той же службы безопасности Украины? Мы же все прекрасно понимаем, что в значительной мере они, например, так же, как и военная прокуратура, занимаются экономическими делами, да, как у нас, например, генеральный военный прокурор Матиос занимается, например, вопросами недвижимости, да, или неуплаты налогов. Ну, какое имеет он отношение к этому, как военный прокурор? У нас есть масса вот таких искривлений в силовых подразделениях, которые, естественно, используются либо для подавления инакомыслия, либо, что намного чаще, для просто заработка тех или иных групп политиков или чиновников. Ну вот это большая проблема, поэтому действительно вопрос эффективности правоохранителей, он играет большую роль. Может быть, нам нужно действительно втрое меньше людей, может быть, в два раза больше должны быть у них оклады. Но вот это позволит и бюджет сэкономить, и, по крайней мере, прекратить бесконечное обвинение в том, что у нас действительно постоянно растет чиновничный аппарат. Кстати, большие вопросы к антикоррупционной деятельности. Дело в том, что за то время, что они работают, на них были израсходованы уже миллиарды гривен. И знаете о том, что бюджеты постоянно растут, но, честно говоря, эффективность их работы, мы знаем, она крайне невысока. Во-первых, деньги, полученные от того, что было выведено за рубеж, там фактически удалось их вернуть по одному-двум делам, связанным с бывшим президентом Януковичем. Это, в частности, в прошлом году $1.5 миллиарда облигаций, так до конца всю схему и не понимают. Но и если смотреть по тому, что вернули антикоррупционные органы, так там практически денег, то, что называется, кот наплакал, там едва миллион наскребется гривен, да, это при миллиардных расходах на эту систему. Система крайне неэффективна и, конечно, с кого никак не с антикоррупционеров начинают спрашивать все-таки о том, чтобы они, по крайней мере, окупали затраты на себя собственных. И это серьезная проблема, но она не решается в этом бюджете. Еще раз говорю, бюджет максимально открыт для дискуссий и компромисса в парламенте. Гройсман понимает, что нужно оставить депутатам возможности повысить какие-то дотации какому-то округу, поднять вопрос там, по шахтерам, по жилищно-коммунальным услугам и так далее, и так далее. Я думаю, что будут уступки по минимальной заработной плате. То есть бюджет в принципе посчитан достаточно консервативно, оставляя некоторые люфты для народных депутатов из большинства, которые будут готовы обменять эти уступки на голосование за бюджет. Но понятное дело, что голосование это скорее всего по традиции произойдет все-таки ближе к новогодней елочке. Первое чтение, как правило, у нас ничего не решает. Ну, дивіться, у нас тут є ваші колеги, зараз почуємо їхню думку на ваш коментар, будь ласка, Геннадій. Ну, в целом, очень хорошо развернута картина. Только добавлю, что вот, смотрите, в 2013 году у нас правоохранительные органы были 330 тысяч именно в системе МВД. Но у нас всего 16 структур имеют правоохранительные функции. Это судейские, прокурорские работники, налоговая полиция, которая, кстати, до сих пор не выполняет свою работу, но зарплату они получают. В общем дело, за штатом стоят, и там кто-то в штате. То есть мы имеем огромный еще перебор здесь с этой махиной. Там не только милиция, не только полиция. Вот этот монстр, он неэффективный. Его вот правильно сказал коллега, что где-то половину, на, опять же, видите, зарплату высшим чиновникам этих же подразделений. Точно так же все остальные вот высшие чиновники. Кабинета министра, да. Депутаты и так далее. То есть мы имеем вот этого надутого монстра в самой бедной, как бы, почти практически стране Европы, самый гигантский бюрократический аппарат. Говорили о революции достоинства, ничего не порезали, реформу не провели и пришли к этому же выводу, к которому пришел и Андрей Блинов.
Вот и все, что я могу сказать. Ну, не плюс армия сама 250 тысяч. Вот такая армия, если там уже говорить, она нужна была. Потому что в 13-м году ей было там 55 тысяч человек. Сейчас ее 5 раз подняли. Прекрасно, что сделали это. И она эффективна достаточно, армия. Армия как-то понятно, что ее нужно финансировать. Но вот этот монстр правоохранителей, кроме полиции, еще вот эти там 15 ведомств, которые мощнейшие, юстиция и так далее, они сосут с народа деньги, не вводя электронный оборот в той мере, который нужен, чтобы сократить чиновникам. И, как правильно сказал Блинов, поднять зарплату там 2-3 раза можно тогда поднимать. Богдан, я считаю. Да. Ну, я вот тоже... как с языка сняли, да, соглашусь абсолютно по поводу сокращения правоохранительных органов. Наблюдателям мне понравилась фраза, действительно, наблюдатели чаще всего они, надо сокращать. Что касается армии, она нам сейчас нужна, есть выражение, да, не я его говорил, если мы не кормим свою армию, мы кормим чужую армию, да. И абсолютно поддерживаю, полностью подписываюсь под тезисом по поводу торгов, которые сейчас начнутся. Мы будем зрителями, будем наблюдать, как будут эти торги за эти голоса в бюджете. Будем наблюдать. Андрій, ще таке питання до вас. Те, що в бюджеті не враховане можливе зростання цін на газ, як це може вплинути на економіку? Ну, вы знаете, здесь вообще замечательный тезис, да, вот я сейчас с вами разговариваю из Киева, с Печерска, вот тут буквально в 5 минутах ходьбы от меня кабинет министров, там, где сидит Владимир Гройсман, правительство. Сегодня было заседание кабинета министров, и, честно говоря, если вы помните, что цена на газ, она у нас утверждена до 18 числа, до 18-10. Вот, до сих пор нету каких-то точных известий, что же у нас будут решать ценой на газ. Да более того, у меня была возможность на одном из телеэфиров задать прямо Владимиру Гройсману этот вопрос, вот как в этом месяце, и вообще, что у нас с переговорами с МВФ, потому что правительство, ну, рассказывает, что есть вот МВФ, которое что-то требует. На самом деле это правительство берет на себя соответствующие обязательства, и оно в свое время брало обязательство устанавливать мировую цену на газ по так называемому импортному паритету. Зачем это? Это вопрос, в принципе, к правительству. Я думаю, что на выборах там граждане политическую оценку этому дадут. Но речь идет о том, что решения нет. Сейчас нервничают все субъекты хозяйствования, начинается отопительный сезон, но, по сути, фонды, тот же «Нафтогаз» отпускает по завтрашний день. Да? Дальше он говорит, а по какой цене мы должны это делать? Мы не можем 19 числа вам продавать по прежней цене 6900 гривен, потому что у нас нет постановления Кабинета министров. Это же уголовное дело и волюнтаризм, да? Использование в своих нуждах госресурсов. Да? Нет постановления, нет действий. Поэтому, в принципе, я не исключаю, что где-то тихо это постановление о, возможно, о продлении, оно появится. Но, в принципе, все люди, которые знакомы с переговорами, то, что мне удавалось перекинуться с теми людьми, кто имеет отношение к переговорам, действительно, есть базовая позиция, на которую, в принципе, согласна украинская сторона, это поднять цену газа на 23% в этом году. Больше цену газа не повышать в течение этого отопительного сезона, отложив это повышение ориентировочно до 1 мая. Но сами понимаем, что 1 мая вопрос горячей воды во многих городах не стоит, а отопление тем более. И, как правило, все эти летние повышения, они становятся заметны только глубокой осенью, когда приходит первая платежка за ноябрьское отопление. Так что очевидно, правительство сейчас вот где-то пытается добиться того, чтобы ограничиться этим 23-процентным повышением. Очевидно, МВФ не очень с этим согласен, просит все-таки показать реалистичность бюджета. Хватит ли на это 55 миллиардов гривен субсидий? Кстати, мы знаем, что у нас зимой половина, это вообще ужасная ситуация, половина населения требует субсидии. И вообще, конечно, то, что правительство, ну, собственно, не может решить тот вопрос, который всецело от них зависит, ну, вот, честно говоря, показывает, что в каких-то вопросах политически правительство очень ограничено, а может быть, просто не хочет на себя брать политическую ответственность, ну, например, предлагаю ее взять на себя президенту или еще кому-то из чиновников. То есть, в принципе, ситуация сейчас на Печерских Киеве, она напоминает в вопросах газа, знаете, вот игру, не знаю, в горячую картошку или каштан, да, или просто гранату, да, уже без щеки, ее все пытаются в течение 3 секунд друг другу перебросить, ну, понимая, что есть риск, что она может взорваться у тебя в руках. Но вот такую аллегорию бы я применил к ситуации с газом. Цікава алегорія. Знаєте, ваш колега Олександр Охременко зазначив, що цього року підвищення цін на газ не відбудеться, станеться це вже після президентських виборів.
Вы знаете, я могу на это отреагировать, потому что я понимаю, как господин Охрименко мыслит, и, в принципе, у меня тоже есть некое такое ощущение, что Украина рискует не договориться вообще с Международным валютным фондом. В условиях недоговоренности с МВФ и непоступления денег, кстати, они идут не в бюджет, а идут на счета Национального банка, золотовалютные резервы. Другое дело, что у нас бюджет не получит возможности дополнительных кредитов от Европейского банка, реконструкции и развития Мирового банка, Евросоюза. Это те деньги, на которые, ну, Министерство финансов очень сильно рассчитывало, в частности, для выплаты по другим долгам, да, как в этом году, так и в следующем, да. Я уж не говорю о том, что нужно будет выпустить еврооблигации. Попытка их, кстати, выпустить вот в начале осени этого года закончилась, ну, фактически фиаско. Выпустили очень дорого и всего на полгода. То есть даже не решили проблему до президентских выборов. Ну, это действительно фиаско. Так вот, речь идет о том, что если с МВФ не удастся договориться, и вот, знаете, как правительство махнет рукой, скажет, да, идите вы, мы не будем сейчас на это договариваться, у нас рейтинги, выборы, тем более, что экспорт растет, экономическая ситуация в мире и у нас достаточно стабильная, то мы вот видим возможность, что мы, по крайней мере, там ближайшие полгода как-то протянем. Но дальше будет старый или новый президент, соответственно, новая программа МВФ. Мне кажется, что этот сценарий также существует, и именно по этой причине правительство, как и Национальный банк, ну, ничего не может конкретного сказать по поводу того, что они закладывают, именно какой рост цен на газ на следующий год в проект бюджета и вообще в макроэкономические показатели. То есть все понимают, что едва ли реально сейчас увеличение на 60%, как это требует НАК «Нафтогаз», вот, тем более, что станет вопрос вообще о менеджменте «Нафтогаза», который, ну, скажем, проявил себя крайне недостойно из, в этой истории с премиями и вообще во многих других вопросах, связанных с газовым рынком. Не выполнено очень много обещаний от построения газового рынка до обеспечения 20 миллиардов кубов собственной добычи газа. Вот, понятно, что рано или поздно за это наступит, по крайней мере, какая-то политическая или чиновничья ответственность, я не думаю, что какая-либо другая, но ситуация с газом, вот она сейчас такая, мне как я не являюсь политическим аналитиком, мне очень сложно оценить там в процентах вероятность того, сейчас договорятся или нет. Это действительно очень похоже на чистую политику. Экономически, конечно, правительству было бы, особенно Министерству финансов, было намного приятнее, легче и комфортнее, если бы договоренность с МВФ какая-то мягкая была, значит, может быть, на небольшой, в обмен на небольшое повышение цены на газ, все-таки, чтобы, ну, вот этот денежный поток, он полился. Потому что давайте все-таки не забывать, что впереди 3 года пиковых выплат по внешнему долгу, это 20 миллиардов долларов, абсолютно полновесных долларов, которые вряд ли кто-то будет отсрочивать, и, соответственно, их надо где-то брать, где-то занимать. Это понятное дело, что это вопрос того правительства, которое будет сформировано на следующем году, по итогам, ну, скорее не президентских, а все-таки по конституции парламентских выборов, но тем не менее, даже нынешнему правительству нужно до того самого октября-ноября 2019 года относительно комфортно там и без каких-то бунтов на Грушевского просуществовать. Поэтому в любом случае попытка сейчас предпринята, как вы знаете, была старту новой программы с МВФ. Я думаю, что ничего из этого не получится. Ну, на моей памяти МВФ никогда не принимал решение о начале новой программы для старого президента, для старого правительства. Всегда это делалось после президента. Президентских выборов уже, ну, либо с новой командой, либо с переформированной командой. Исключение может быть либо острая политическая необходимость, ну, мы понимаем, что должна поступить такой сигнал из Вашингтона, а он, очевидно, не поступает в нынешней ситуации, ну, либо это должен быть какой-то общемировой кризис, угрожающий им тоже голодными бунтами или чем-то еще. И этого тоже сегодня нету ни у нас, ни в наших странах, основных торговых партнерах. Поэтому вопрос пятого транша, ну, мне кажется, он может быть решен в случае серьезных уступок политического класса, в том числе по цене газа. Вот, либо он действительно будет отложен уже до начала новой программы. Но вот новую программу я прогнозирую все-таки не ранее мая 2019 года. И опять же, при условии, если президентские выборы пройдут по плану и, скорее всего, сменится президент Украины.
Є коротка репліка вашого колеги, це Геннадій Чижов, директор асоціації роботодавців. Ну, на самом деле, в конце вот своего выступления Андрей Блинов ответил на вопрос. Дело в том, что МВФ никогда не финансирует за полгода до выборов, любых, ни одну страну мира. Нет такого. И вот тут Андрей это поправил, 5.5 месяца осталось до выборов, соответственно, не будет новой программы. Они как хотели сделать? Они хотели сделать такую интересную вещь, что давайте прекратим вот эту третью программу МВФовскую и откроем новую. А в том новой мы не будем сами самостоятельно, добровольно, в меморандум о сотрудничестве с МВФ вносить пункт о повышении цены. И таким образом политически без проблем они президентские выборы могли бы пройти. Это команда Европейской коалиции, в которую входит Народный фронт, который выдвинул премьер-министром господина Гройсмана. Правильно? Вот и все. Поэтому очень все просто. Но я в самом деле согласен с Андреем Блиновым, что у них другого выхода, кроме как поднять вот хотя бы на 23%, нет, у них осталось, счет пошел на часы. Или Национальная комиссия по регулированной сфере энергетики это должна сделать, это президентская сторона, значит, хотя президент говорит, я ни при чем, а указом ввел эту комиссию президент. А, или кабинет министра, постановление, оно лонгируется, может, там не со 17 ноября, то есть не со 17 октября, а еще какой-то срок сдвинут. Но в любом случае деньги тогда мы не получим ни по четвертой программе, ни по вот этой. И вот как нам выплатить к концу года вот эти несколько миллиардов долларов, а правильно он сказал, что мы их получим, тогда мы получим 600 миллионов от Всемирного банка, 500 от Евросоюза, и другие там программы начнутся развития даваться. Европейского банка реконструкции, развития дороги нужно делать. Гройсман активно работает, он что-то делает, но он безвыходная сейчас ситуация, ему нужна валюта, валюты нет. Скорее всего, он сдастся и поднимет решением комитета министров цену на газ. Андрей, якщо є репліка, то дуже коротко, прошу. Ну, я только хотел поправить, я не знаю, услышали или нет, что все-таки Владимир Гройсман не назначался от Народного фронта, он, конечно, больше представлял интересы БПП, но действительно потом уже в процессе его работы на посту председателя Кабмина произошел этот дрейф, знаменитый, в сторону Народного фронта. Ну, это сейчас и не важно, мы понимаем, что коалиция у нас двуглавая или двухстостолбовая, опирается на блок Петра Порошенко и на Народный фронт. Дякую. Почули вашу думку. Андрій Блинов, економічний оглядач, був з нами на телефонному зв'язку. Богдане, прошу. Да, я вот хотел бы тут внести небольшую ясность, да, чтобы четко было понимание. Во-первых, нет цены на газ в бюджете. Без цены на газ в бюджете нет расходов на субсидии. А, естественно, будут повышать, я уверен, что в этом году будут повышать, потому что никто не будет с МВФ играть в игры, поскольку действительно следующие 3 года это пиковые 3 года по выплате, да. И поэтому никто играть в игры не будет. Если МВФ кинут, да, не дадут, не выполнят обещания, МВФ не очередной транш нам не предоставит, то мы не сможем выплачивать долги. Не сможем выплачивать долги, это технический дефолт. Все, приехали. Поэтому в любом случае будут повышать. Я думаю, что в этом году повысят. И ничего страшного, до выборов все забудут. Плюс внесут в проект бюджета расходы на субсидии. Субсидии повысят обязательно. И, как говорится, люди возьмут эту косточку, проглотят, и все нормально, все пойдут проголосуют. Так, давайте зараз подивимося на попередні результати нашого інтерактиву. Я нагадаю, звучить наше питання таким ось чином. Яка галузь потребує більшого фінансування? Медична, так вважають, 40% наших глядачів. Освітня 38 на 62. Чому ми ставимо це питання саме сьогодні? Тому що згідно з проєкту бюджету на освітню галузь мають виділити майже у 2,5 рази більше коштів, ніж на медичну, на охорону здоров'я. Ну і основні пріоритети бюджету 2019, про них зазначив Володимир Гройсман сьогодні під час засідання уряду. Давайте послухаємо. В цьому бюджеті абсолютно повністю зберігли всі пріоритети, в тому числі, які ми реалізуємо в 2018 році. Це і фінансування Збройних сил безпеки і оборони, це питання будівництва, реконструкції, модернізації українських доріг, це питання фінансування і провадження необхідних змін в освіті, в охороні здоров'я. Ми зберігаємо позицію по децентралізації, навіть більше її розвиваємо.
Ми підтримуємо об'єднані територіальні громади. Я можу сьогодні назвати ще десятки конкретних чітких пріоритетів, які закладені в цей бюджет. Окремо треба сказати, що ми будемо інвестувати зусилля в розростання національної економіки і промисловості. Ми залишаємо підтримку, в тому числі, агропромислового комплексу. І мова йде в тому числі про підтримку особистих домогосподарств, які беруть величезну участь в формуванні агропромислового комплексу України. Тобто, фактично, це бюджет розбудови країни. Ага. І так, у нас зараз ще є один спікер на телефонному зв'язку. Це Анатолій Пишко, доктор економічних наук. Анатолій, вітаю вас. Як ви нас чуєте? Да, добрий вечір. Слышу. Розбираємось у деталях бюджету 2019. Звичайно, ще можуть бути поправки, вони, певно, будуть, але тим не менш, зараз, які ви вже бачаєте недоліки, які пункти завищені у цьому бюджеті 2019? Ну, ви знаєте, в цілому можна сказати, що бюджет этот провальний, тому що нам обещает рост экономики, рост инвестиций и так далее. Это при том, что в этом году нам тоже обещали рост экономики и рост прямых инвестиций. Хотя мы за 7 месяцев наблюдаем падение прямых инвестиций на 30% вместо их роста. А на самом деле мы наблюдаем только рост кредитов под просто... никому непонятные космические проценты. Но так последний кредит 925 миллионов долларов Гройсман взял под 9,2%. То есть это такие проценты, ну, под которые даже ни одна африканская страна не берет деньги в кредит. Ну, самое высшее, это они берут где-то под 6,7%. Ну, для сравнения, Россия берет под 4%, а мы взяли под 9,2%. Ну, вот это для понимания того, куда мы движемся. Это первое. И второе, то, что там он говорит, что вот я слышу, бюджет сбалансированный и так далее. А вот это вранье, никакого баланса в бюджете нету. Есть дефицит порядка 130 миллиардов гривен, и чем они его будут покрывать, как до сих пор, в общем-то, я так понимаю, что они сами даже не знают. Ну, скорее всего, они рассчитывают на повышение различных акцизов там, на сигареты, на водку, ну, на спиртные напитки, в том числе, кстати, и на пиво, и, так сказать, и слабоалкогольные напитки. Ну и повышение различных значит, сборов, там, скажем, экологических, там, за пользование надрами, за, кстати, пользование водой даже. То есть нам придется платить даже за те скважины, которыми мы пользуемся дополнительно. Ну а кроме того, конечно, все равно эти суммы, которые не предполагают получить от таких нововведений, они там в теории исчисляются в 3, 5, 7 миллиардов гривен, а надо 130 миллиардов. А все остальные деньги они предполагают даже заимствовать. И Гройсман просто обманывает людей, когда он говорит, что у меня треть бюджета уходит на погашение значит, внешних долгов, но созданных до него. Но он врет, потому что, да, долги-то создавались еще и до него. Но с 2014 года до по настоящее время нам не Украина набралась еще долгов на 10 миллиардов долларов. Поэтому не надо обманывать людей. Он увеличил долги очень существенно. Это вы сами видите. Да, и не только Гройсман, конечно, его предшественники снюют. Но не в этом суть дела. Суть дела в том, что реальных шагов по росту именно экономики в виде роста реального производства, реального сектора экономики, то есть реальных предприятий, товаропроизводителей, где работают люди, получают зарплату и производят реальные товары, которые пользуются спросом. Вот это то, что могло бы способствовать росту экономики. Этого как раз у нас совсем не наблюдается. И мне очень обидно слышать цинизм, который он говорит в отношении даже агропромышленного комплекса, что мы дадим аграрному сектору 6,9 миллиарда гривен значит, помощи. Но вы знаете, пусть он сначала скажет, что
они отменили льготный режим налогообложения для всех сельхозпроизводителей, украли у сельхозпроизводителей где-то порядка 130 миллиардов гривен. Это самое минимальное, что они украли. Я повторяю, это прямой рост, да, не считая косвенного. Если посчитать еще потери, которые несут аграрии при покупке техники, средств защиты растений, запчастей и так далее, которые все покупаются по импорту, и на которые тоже ввели НДС, значит, и акцизы и так далее. Вот. И за счет этого, естественно, себестоимость сельхозпроизводства резко поднялась, а доходность производителей аграрных упала. Поэтому, понимаете, это цинизм. Украсть минимум 130 миллиардов, а потом дать 69 миллиардов, причем своим друзьям. Это половина, значит, мировного продукта, это друга президента, значит, да, Кисельку. А остальную половину своему другу Бахмательку, производителю, значит, яиц. Один курей производит, другой яйца производит куриные. Ну вот, да, два миллиардера, два монополиста. Вот они получают почему-то дотации. Хотя у них производство и так сверхрентабельное, благодаря тому, что они пролоббировали в законодательстве для себя наиболее льготные условия. А все остальное, то есть растениеводство и животноводство Украины, оно заебается. И причем такими очень интенсивными темпами. И все связано это с поборами, которые не уменьшаются, а наоборот увеличиваются. Поэтому говорить о росте производства, о росте, о развитии интенсификации в аграрном секторе или в промышленности не приходится, потому что для этого предпосылок никаких не создается. Поэтому я не знаю, откуда Гройсман собирается брать деньги. Может, из карманов у ритейлеров, ну, так они даром не дадут. Они дадут, подают такие же проценты кощунственные, как они уже вот сейчас дают. Понимаете, просто так денег никто давать не будет. Украина и так находится в такой долговой яме, из которой выхода уже не существует. Ну, в общем, еще официально. Вот это то, что коротко можно сказать. Анатолий, давайте почему ваших коллег, возможно, у них есть реплика. Вот мы тоже говорили перед этим. Я согласен полностью. Перед вашим выступлением, господин Анатолий, мы об этом и говорили, что мы видим тоже страна на грани дефолта, на стороне финансовая воронка. Мало того, мы еще забываем две вещи сказать, что Гройсман возьмет деньги из печатного станка, он опять выпустит облигации внутреннего государственного займа, на которых заработают приближенные корпорации и западные корпорации, которые тоже лояльны к нему. Вот и он решит проблему. А второй момент, который вы сказали, кроме производства, потому что производство у нас тоже, как говорится, разное бывает, не каждое производство быстро запустишь в условиях отсутствия нормальных кредитов по процентным ставкам. Нужно говорить о росте производительности труда. Коллеги, без роста производительности труда мы не можем сдержать инфляцию. Даже в Советском Союзе существовала доктрина академика Абалкина, когда у вас нет роста производства, производительности труда, вы не можете печатать деньги, которые бы запускали в экономический оборот, и которые в виде кредитов и шли бы производителям. Вот этот вопрос вообще институционально не рассматривается правительством, и поэтому правительство больших два минуса. Печатание денег и не забота о производительности труда и балансировании выпуска оборотных активов в соответствии с ростом производительности труда. То, что может новые технологии, новая экономика, которая делает молодежь. На IT никто ничего не дает, на какие-то новые технологии не дает, энергосбережения не дает, а субсидии не монетизируются, и, соответственно, не запускает свой экономический оборот, свежие живые деньги. Непонятно почему. Я не понимаю, почему этого не делается. Богдан, да, а еще додаток? Я здесь абсолютно согласен, не буду ничего добавлять, потому что абсолютно все тезисы правильно были высказаны. И, не люблю я высказывать эти пессимистические настроения, но, к сожалению, все говорит о том, что Украина, да, на грани просто пропасти. Что будет дальше, будем посмотреть. Угу. Анатолій, хотілося почути ще вашу думку стосовно такого моменту. Ви знаєте, що в бюджеті не враховано можливе підвищення цін на газ. Чи відбудеться підвищення ціни на блакитне паливо до кінця цього року? Я думаю, що так. Да. В этом практически нет сомнений, что рост цены будет где-то в пределах 25-30%. Это связано с тем, что на самом деле в Украине действительно хватает внутренней добычи для
полного покрытия потребностей населения Украины. То есть Украина раньше добывала вообще порядка 70 миллиардов кубических метров газа в год. Это было 60-е годы и 70-е годы прошлого века. Об этом мало кто знает. И, кстати, тогда мы поставляли газ даже и в России, в Беларуси, в другие республики Советского Союза. Вот. Но сейчас, ввиду того, что большинство скважин газовых, они просто, запущены, да, обводнены, то есть из-за своей нещадной и неправильной эксплуатации, из-за этого добычи газа упали. Ну и, конечно же, упали и ресурсы, потому что они тоже истощаются. И тем не менее, Украина сегодня добывает порядка 22 миллиардов кубических газов в год. Она могла бы покрывать потребности населения, и для этого не надо повышать цены на газ для населения. Напротив, их надо было бы уменьшить где-то как минимум в 3 раза. Потому что рентабельность 100% у газодобывающих, газопоставляющих компаний при цене где-то 2500-3000 гривен за 1000 кубов газа, это, я повторяю, 100% рентабельность. Однако они мало того, что подняли до 7000, а сейчас они хотят поднять для населения до 10-11 тысяч, а для промышленности, знаете, они уже подняли до 12 тысяч гривен за 1 кубический метр. Вот такая вот статистика по газу, к сожалению. Но и мне хотелось бы добавить вот один из наших высывающих, очень разумный человек, который обратил внимание на то, что Гройсман-то всю свою бюджетную политику покрывает только за счет инфляции. И смотрите, еще 3 недели назад он плакался, что у него порядка 30 миллиардов не хватает денег для того, чтобы закрыть бюджет 2018 года. И вот сейчас он уже отчитывается, что у него профицит бюджета. Ну, вы понимаете, за 3 недели человек получил профицит. Каким образом? Ну, очень просто, правильно сказали, он встречает печатный станок. Цены постепенно поднимаются. Просто об этом никто не объявляет. Это делается тайно. Конечно, используется механизм облигации внутригосударственного займа, который привязан к валютному курсу, и на котором зарабатывают именно чиновники нынешнего руководства Украины, которые имеют прямой доступ к Национальному банку и контролю за курсом і так далі. Понимаете? То есть, Анатолій, почули вас, на жаль, вже немає часу. Далі у нас новини. Анатолій Пишко, доктор економічних наук, був з нами на телефонному зв'язку. Якщо є по 5 секунд, коротко підсумки. Не согласен категорически в плане, что цена на газ должна быть отдельно для населения, отдельно для производства. Цена должна быть рыночная. Я, в частности, вот и в вашем эфире, на вашей передаче, говорил в прошлый раз о том, что когда цена на газ отличается для населения и для производства, это составляющая коррупции. Покупают по цене для населения, продают производству и просто из бюджета воруют деньги. Поэтому категорически нет. Субсидии решат вопрос. Дякую, Геннадий. Ну, это вопрос тактический, тут я, может, тоже в какой-то степени согласен, но вот макроэкономически правительство, это как, есть такая пословица, идет как судно, которое, капитан судна, который не знает, в какую порт он идет, он никогда к нему не придет, он будет все равно болтаться в разных направлениях. Вот это мы имеем, этот случай как раз, когда мы не знаем, куда идет наша экономика. Это точно. Так, дякую за вашу думку. Давайте швиденько підведемо підсумки нашого інтерактиву. Яка галузь потребує більшого фінансування? Медична – 28%, освітня – 72%. Ось так вирішили наші глядачі. Геннадій Чижов, Богдан Троцько були гостями нашої студії. Дякую вам за участь, дякую за ваші думки.